Рабочий — это звучит гордо. В поселке Вахруши прошел районный фестиваль профессий. Выставки, презентации от учебных заведений и конкурса «Гид-бригад» увидела и оценила наша съемочная группа. Рабочий – это звучит гордо. С таким слоганом прошла презентация учебных заведений Слободского района. Перед ребятами выступили педагоги и директора. Рассказали о профессиях, а некоторые учебные заведения сделали показ мод-одежды, сшитой студентами. Важно отметить, что в этот раз на фестивале профессий побывали школьники из разных уголков Слободского района. Вот в таком объеме они впервые, наверное, увидят и предприятия, которые у нас есть в Слободском районе, и учебные заведения, потому что, как правило, это где-то точечно происходит. Если мы не будем проводить такие фестивали, если не будем проводить праздники, такие как День района, где будем рекламировать рабочие профессии, довольно сложно будет до нашего поколения, до молодежи довести вот эту значимость рабочих профессий. На конкурс «Агит-бригад» было заявлено 14 команд, разбитые на две подгруппы. Причем как школьники, так и рабочая молодежь в творческой форме проводили презентацию специальностей. Команда из поселка Октябрьский воспевала специальности торфяной отрасли. Как признались сами участники, творческий полет фантазии раскрылся после мозгового штурма. Эти ребята все актив нашего поселка, самые активные, самые заводные, самые веселые, которые идут на все мероприятия, на любые, будь то субботник, будь то выступление, будь то агитбригада, концерт, петь, плясать, они на все согласны и работать. Компетентному жюри предстояло оценить выступление агитбригад, а пришедшей молодежи взглянуть на представленные профессии с творческой стороны и, возможно, сделать для себя какой-то выбор. Михаил Конышев, Руслан Быкасов, «Вести», Кировская область.